Артем это хорошо знает, ему легко. То есть, посмотрите, что вам нужно сделать. Вы вот это правая рука, значит, берете правую, если левая, левую. Возьмите руку, уберите сюда. Эта рука сверху, хоп, прижали. А теперь разворачивайтесь, помогая ногой. Это вверх, разворачивайтесь. Эти бью, хоп, и наболю. Значит, еще раз, иди сюда. Когда я показывал за ногу, никто не берет. Здесь, мне кажется, полегче, просто ничего не знают. Потому что не берут они за ногу, греки. Не видел я. Еще раз, вот рука ваша. Вперед и левую эту руку. Раз, сюда убрали, подальше. Оп, прижали. Оп, и за счет маха ногой разворачивайтесь. Оп, и на борьбу. То есть старайтесь за счет вот этого движения развернуться и сделать. Прошли. Руку убирайте в сторону и придержите второй. А ты очень далеко, ты локоть не держишь. Руку бери. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Убирай руку сюда. Бегом, бегом. Бери. Убери сюда, оп, и пришли. Оп, иди. Иди сюда, Денис. Сразу. Ты начинаешь бороться. Иди сюда, Денис. Начинаешь бороться, это быстрее, Денис. Начинаешь бороться, это не есть хорошая работа. Раз. Прижал сюда, два. Теперь видишь? Раз. Ходишь сюда. Из-за того, что у меня толстый живот, здоровая задница, как можно больше развернуться? Стоп, Денис, посмотри, вот эта рука, это теперь напротив. Вот. Вот. Давай, поближе. Владимир, да. Я вам делаю замечание. Потом я вас беру и вам буду делать. Вы не будете делать. Вы не обижайтесь, но так ты давай старайся. Все, уже сдавайся. Ты слушал меня. Ты что я тут? Да я вот тут. Просто все. Один. И только здесь. Есть его здесь. Вас всех поменяли с второй ногой. Вас кем барс на новую долю. Руку убрать. Смотри, ты не ближнюю руку убираешь, а дальнюю руку, это и сюда. А это прижимай к себе. Даня, посмотри на меня. Даня. Ты не ближнюю руку, ты дальнюю, дальнюю. Раз, и это, и потом разворачиваешь. Это, ну, типа, ну, эй, дальняя. Ну, допустим, я тебе просто разворачивай голову сюда. Так ты руку держи, Даня. Так я держу. Нет, ты здесь. Одно здесь, другое здесь. Еще разворачивайся, Маня. Ты лежишь к нему лицом. Ты должен вытащить так. Нет, Андрей, посмотри, Андрей. Андрей, ты как лежал, ты только ноги подымал. Посмотри еще раз. Не ближней рукой, дальней рукой, сюда. Я рука. Как какая дальняя рука? Вот еще раз. Вот. Это все еще. Давай, давай. Вот смотри. Вот эту руку придерживай. Вот, держи все. Я не буду. Давай.
снова. Еще, и туда, туда. Я знаю, все, ты просто меня запутал. Хорошо, Матея, встали. Пошли более на руках. Я тоже говорю, все. Так, Пастухов, 20 занимались. Боремся на руках. Пошли, боремся на руках. Боремся на руках. То есть бросок. Без. Захвату. Задача, смотрите. Любой захват, кроме ног. Оторвать соперника от ковра. Бросать его не надо. Просто оторвать. Оторвать соперника. От ковра. Оторвать. 3 секунды. Оторвать. Так вы. Оторвать соперника от земли. Что непонятно? Возьми, оторви его, и все. Раз, два, три, пока на место. Вот. Есть? Что? Вы сказали, за ноги нельзя. А он что, тебе за ноги? Да. А у тебя что ноги? Кто тебя сзади? Сзади. Оторвали тебя? Все, свободен. А что он падает? Свободен. Так, Андрей, ты меня уже начинаешь доставать. Так что я сделал? Не надо со мной разговаривать, боитесь, все, не надо мне ничего говорить. Только вопрос, а ты работы нет. Мате, сели в парта. Так, первый партнер ложится на спину, второй его между ног. Нижний партнер должен стать стойким. Верхний партнер не должен ему позволить это сделать. У вас 10 секунд. 10? Да. Хаджи. Встань стойку. Встань стойку. Смотри, что? Встать надо на ноги. Легли. Приготовили. Между ног. А на что надо встать? Что у тебя еще растет? На что ты встаешь? Приготовили. Владимир, Сербо, Чезар и... Бутылка, Владислав. Встать стойку. Хаджи. На ноги встать. Три, пять, шесть. Так, Владимир встал, Бутук встал. Матея, Паски Макс, второй номер. Выйти из захвата и встать стойку. Ваши ставки на мои. Хаджи. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Матей! Владимир, блин, ты что? За что ты его держишь? Объясни мне. Ну что ты удержать его не можешь в партере? Ну так ты же поменялись. Да. Че? Так, стойку. Пять.
6, 9, 8, 9. Поменялись? А я так, нет. Да, все. Я так не могу, внимание. Встать в стойку. Встать в стойку. Матвей, встали в стойку. Нормально. Так, сейчас возьму палку. Значит, еще раз. Первый номер, его задача, зайти за спину за партнера и сделать захват туловища, или руки. То есть зайти назад. Второй номер. Если будет выходить, я буду подзывать и буду бить. Вы должны стоять в центре. Вы не имеете права выходить. Приготовились. Вот это не борьба получается, а тюрки что? И... Начали! Бороться в центре! Ну, во-первых, могу еще давай, пожалуйста. Рискун ко мне! Я всегда сюда. Почему ты взял за спину? Ты работаешь или что? Так и не работаешь! Как считается, что он тебе зависит? В любом случае нападаешь и защищаешься. Не должны тебя заходить за спину. А если совсем, значит, ты не борешься? Хорошо, Матвей. Ты идешь Чезаро туда. Вы вдвоем идете сюда. Вы вдвоем идете сюда. Влад Бутук, идешь сюда. Ты остаешься, не вдвоем. А что ты туда пришел? Туда. Вы здесь вдвоем. Ты там будешь в тройке. Сейчас садись, отдыхай. Сырбу отдыхай. Сырбу отдыхай. Айрис отдыхает. Сядь. Можно? Нельзя. Значит, задача. Задача. Пройти в ноги и сбить партер. Стоп. Две вещи. Первое. Будьте аккуратны, чтобы вам по голове не ударили колено. И второе. Когда человек проходит вниз, развернись далее. Раз он может вставать, раз встает, то по подбородку. Убирает головой. Поэтому, когда стоите, чуть-чуть боком. Голову убирают. Итак, нападает Чеза. Потом нападает Мариус. Нападает Вискун. Потом... А здесь нападает Даня. Перевести соперника в партер. Перевели. 2-3 секунды и в стойку встаем. Нападает Сырбу, а Вискун потом Сырбу. Хачу! Вперед, нападает Чеза, Пастухов защищается, Владимир защищается, Бутук защищается. Вперед, 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 Денис! Перевести его в партер! Пастухов, Матэ, поправь, Мат, ты видишь, как он стоит? Мат, вот тут, вот тут. Артём, подвинь, там угол, вешу. Стоп, вот так, стоп. Пошли. Пошёл, Денис, пошёл. Денис, ноги проходи! Дёргай. Поменялись. Пошел с его вместо Дениса. Мариус пошел. А вы меняетесь. Владимир, сейчас ты нападаешь, он защищается.